Приемная кампания в ЮРГУ началась всего несколько дней назад, а сегодня уже был зарегистрирован тысячный абитуриент. Им стал Валерий Валеев, выпускник Копейского политехнического колледжа. Молодой человек с радостью принял памятные подарки от ответственного секретаря приемной комиссии Александра Губарева. Девочка, есть полезная, ручка, флешка и так далее. Спасибо большое. Валерий надеется поступить на очное отделение на бюджет. По традиции он оставил свои пожелания университету в книге почетного абитуриента. Когда я узнал, что я стал отличным абитуриентом, я, естественно, растерялся очень сильно и удивился, но, в принципе, сейчас мне приятно. Я выбрал ЮРГУ, потому что это одно из самых успешных и известных заведений города Челябинска. По словам специалистов, наибольший поток абитуриентов планируется в начале июля. Узнать подробную информацию о работе приемной комиссии, а также о сроках подачи заявления, абитуриенты могут на сайте университета.